Вот мы первую сессию нашу замечательную открываем. Мы со Светой. Кроме нас со Светой, по-моему, выступающих нет. Есть? Есть. Нет, а я имею в виду... Есть Наташа. Наташа есть. А, есть Наташа, замечательно. Вот, окей, а кто-нибудь... А, вот программка даже есть. Представьте, есть. Представьте, есть, да, совершенно верно. Я одену очки и буду ее видеть. Да, и что самое удивительное, что по программке выступаю первый я. И называется это «От вещи к метафоре, от метафоры к вещи». Есть такой эпизод в Евангелии от Иоанна. Иисус жаждет, как обычно, и некая добрая самаритянка черпает ему воду из колодца, дает напиться, он пьет, а потом ей говорит: «Если бы ты знала дар Божий, который говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Живую в смысле проточную. Вот. На что женщина, ничего хорошего от женщины умного ожидать невозможно, она сказала: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Значит, очевидно, женщина по недоумию думает, что проточная вода в колодце не бывает. И, соответственно, откуда у него, значит, как он ей может дать напиться. Но он-то имеет в виду совсем другое, он имеет в виду метафорический смысл. Причем метафорический смысл для еврейского сознания, как танахического, так и талмудического, вполне обычный. Вода живая есть тара. «Идите все к водам, — говорит пророк, — значит, пусть учение мое польется, как поток». Это нормальная метафора. Единственное отступление от этой метафоры, что это вот вода живая льется в данный момент из уст Иисуса, и он может ее напоить. Но она не понимает, поскольку она не понимает метафорического смысла. И это известная вещь, об этом писал еще Филон Александрийский, насчет того, что есть космополиты, которые все понимают метафорически, и есть микрополиты, то есть местечковые, в дословном переводе на польский язык, поскольку, значит, микрополис — это и есть маленький городок, местечко, который не понимает, а все читает буквально. И более того, все читают буквально, включая его учеников. Все не понимают, его никто не понимает. Мы знаем этот феномен. Мы с Ури даже про это написали в своем, значит, предисловии своей книги, что нас никто не понимает. Типа того, что он говорит сначала толпам, потом своим ученикам, что, значит, кто не ест мое мясо и не пьет мою кровь, тот не войдет в Царствие Небесное. Естественно, иудеи, которые составляют его публику, недоумевают. Это как так пить? Его кровь есть его мясо. И мало того, ученики не понимают. Он говорит: и вы не понимаете. А потом разъясняет, что это вот по плоти, значит, вот так вот, как они думают. А на самом деле надо по духу, потому что плоть умерщвляет, а дух животворит. То есть у нас имеется классическое противопоставление, где на одной стороне традиционное буквалистское чтение, на другой стороне чтение метафорическое, которое обычно приписывается христианству, а буквалистское приписывается иудаизму. Об этом пишет Иосиф Павел насчет покрывала, апостол Павел насчет покрывала Моисея. Покрывало Моисея как раз это и есть вот буквалистское чтение. И в обычной стереотипной матрице у нас имеется Израиль по плоти, начиная с Павла и кончая боярином, и Израиль по духу. Но давайте с вами почитаем другую пару текстов. Один текст хорошо известный, самая известная притча, наверное, из Талмуда, произнесенная Рабби Акивой в ответ на слова папы Бен Иуды насчет того, что ты бы, Акива, остерегся учить Таре, потому что власть запрещает. Акива произносит в ответ басню Алиса. Басня Алиса – очень популярный жанр. И это так. Однажды злодейская власть запретила евреям учить Тору. Папа Бен Иуда увидел, что Рабби Акива собирает людей открыто учить. Сказал ему: «Рабби Акива, неужели ты не боишься власти? Отвечу тебе притчей», – сказал Рабби Акива. «Шел лис по берегу реки и увидел рыб, мечущихся из стороны в сторону. Спросил их: от кого вы скрываетесь? От сетей, что расставляют нам люди. Не хотите ли подняться на берег? Заживем здесь вместе, как когда-то жили наши предки», – предложил лис. «И это про тебя толкует, что ты хитрейший зверей? Да ты не хитер, а глуп.
Если уж там, где нам определено жить, мы страшимся, то там, где мы обречены на смерть, во 100 крат более будем бояться, отвечали рыбы. Так и мы, Павлос, сидим здесь и занимаемся второй, о которой сказано, ибо она жизнь твоя и продление дней. И страшимся, а если оставим ее, станем бояться во 100 крат более. Это классическая притча, басня Алисы. Очевидно, что Тора, что вода здесь не вода, а метафора Торы. Рыбы здесь не рыбы, а евреи, Израиль. Лис здесь не лис, а вот эти вот всякие соблазнители нехорошие, типа Паппуса бен Иуды или язычников. И так это, значит, вот аллегорически, метафорически надо воспринимать. Ну вот вам, на мой взгляд, почти идентичный, почти такой же текст. Видимо, в основе его лежит та же самая популярная на Ближнем Востоке, а также на Ближнем Западе басня. По-моему, никто не замечал о том, что это одно, Но вот текст этот из трактата Тертуллиана о крещении. Тертуллиан – это через поколение после раби Акивы, конец 2 века, начало 1. Он в самом начале своего трактата он обрушивается на некую женщину, принадлежащую к секте каинитов, тех, кто поклонялись Каину, гностическая секта, которая прибыла в Карфаген, где, собственно, и учил Тертуллиан, и вообще не имея никаких прав на то, чтобы кого бы то ни было учить, потому что она женщина, она еще вдобавок наехала на христианский обряд крещения. И в оклуб ей Тертуллиан пишет следующее. «Гадюка эта похитила многих, отважив их от крещения. Ведь обычно гадюки, аспиды и василиски обитают в местах сухих и безводных. Мы же, рыбки, рожденные в воде, вослед за рыбой нашей и Иисусом Христом, не иначе, как в воде, всегда спасаемся. И поэтому эта омерзительная гадюка, не имея никакого права учить, хорошо освоила искусство убить рыбок, выманивая их из воды». Вот вам гадюка, которая выманивает рыбок из воды, а они-то в воде точно живы, а без воды они тут же в пустынной местности и сдохнут. И это почти то же самое, что у раби Акивы, с одной маленькой разницей. У раби Акивы вода – это метафора, а у Тертуллиана – это вода. Вода – вода. Но в тот момент, когда эта самая метафора становится, приобретает буквальный смысл и превращается в воду, она из абсолютно нейтрального, не сакрального, а в общем профанного понятия превращается в понятие сакральное. Ибо это не просто вода, а это есть вода крещения. И рыба, которая опять-таки в басне раби Акивы есть просто метафора и не несет в себе ничего сакрального, в данном случае это ихтюс. Ихтюс – это, значит, акроним из 5 значит, первых букв, Иисус Христос, Йос Тиун Сотер. Это традиционный, значит, Иисус Христос, Сын Божий Спаситель. Это то, как обозначался Иисус среди христиан во втором, в особенности, веке, в третьем веках нашей эры, и как он изображался на мозаиках многократно в виде рыбки. То есть, опять-таки, рыбка здесь вовсе не метафора, а сакральная вещь. Сакральная вещь. То есть взамен вот этого самого движения от метафоры, от вещи к метафоре, мы видим движение от метафоры к вещи. Причем, казалось бы, именно движение от вещи к метафоре должно придавать сакральность понятию, как это в случае с Иисусом. Да? Вот он рассказывает, что вот это вот не просто вода проточная, о которой ты думаешь, а на самом деле нечто сакральное, то есть Тора, которая из моих уст. На самом деле именно движение от метафоры к вещи сакрализует понятие. И делает его достаточно страшным. Сначала они страшны. Собственно говоря, движение от метафоры к вещи описано в двух литературных теориях 20-го столетия. Это в русском формализме у Шкловского, хорошо нам известное, остранение, когда буквализируется
стершаяся метафора, и тем самым понятие оживляется, слово оживляется. Само по себе оживление слова, как было показано одним исследователем, на самом деле, опять-таки у Шкловского есть реплика «Иван для Атеана». Слово, то есть логос, оживляется, оживает. А второе – это Бахтин с его фамилиаризацией, смеховой фамильярностью, когда максимально на расстоянии вытянутой руки приближается эпическое понятие и становится смешным. То есть для нас вот это вот устранение патины, автоматизма метафоры, возвращение метафоры в миф, из которого метафора вышла, представляется обычно как вот такой вот процесс смеховой, рождение комического, и таким образом оно действительно очень часто есть, мы очень часто ловим помут на этом деле. Вот мы с Сурей довольно часто ловили его, когда писали свою книгу. Но вот я вам расскажу случай, которого в нашей книге нет, допустим, который произошел с Сократом. Значит, Сократ, как известно, имел сварливую жену Ксантиппу, которая вылила как-то на него, долго его ругала, а потом вылила ему на голову горшок с водой. Или с чем-нибудь еще более противно. Значит, в разных версиях это помой, моча и так далее. На что Сократ терпеливо говорит: ну, так всегда бывает. Сначала гром, а потом дождь. Значит, и это вроде бы тут никакого автоматизма нет, это просто сократовская ирония, сократическая, да? Но вот версия того же самого. В Талмуде, в трактате Йома. Когда раби Иеремия сидел у порога раби Аббы, служанка облила его помоем. «Они сделали из меня навозную кучу!» — воскликнул раби Иеремия и применил к себе библейский стих. «Из праха поднимает бедного, из навоза возвышает нищего». Значит, библейский стих, он встречается в Псалме, и в таком же виде он встречается в словах Ханны, которая благодарит Бога за то, что он ей послал ребенка, пророк Самуил. Значит, у нас получается так, что вот эти вот слова псалмопевца Ианны, которые благодарность Творцу, псалмопевца Ианны, они метафорически. Из навоза поднимает нищего, причем в синодальном переводе там, конечно, не навоз. Там, я уже не помню, что там такое, но, по крайней мере, значит, на самом деле это даже не навоз, это просто экскремент. Это экскремент. Значит, вот из ашпат, соответственно, это каприя в переводе на греческий язык. Да? В Библии это, очевидно, метафора, потому что никто эту самую Анну не поднимает с навозной кучи. Но раби Иеремия сводит это до вещи, до предмета. Он метафору превращает в предмет. Просто в самый настоящий навоз, вот экскременты, которыми его полили. И получается смешно. И это тем более смешно, что особых страданий он при этом не испытывает. Несколько серьезнее это у Эстер Малька, царицы Эсфи. Значит, трагический момент, когда ей угрожает опасность. Вот ей донесли о том, что сейчас уничтожат весь Израиль по велению царя, по проискам Амана. Написано: «И сильно встревожилась царица». Трактат Мегилат на эту тему спрашивает, что значит «сильно встревожилась». Сказал Рав: у нее начались месячные. А раби Иеремия сказал, тот же самый раби Иеремия, который сострил по поводу навозной кучи, она почувствовала нужду в своих отверстиях. Значит, опять-таки у нас происходит такая вот предметизация, буквализация, которая уже серьезнее, потому что намекает не на страдания такие легкомысленные, типа полили мочой, а на страдания действительно серьезные, но все-таки смеховым образом. А вот у нас более серьезные страдания. Значит, эти серьезные страдания такие. «Как возвысите Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Говорит Иисус вам для этого. Что такое возвысить? Понятно. На крест. «И как Моисей возвысил змею в пустыне, так должно возвышенному Сына Человеческого». Значит, собственно говоря, уже само сравнение с
со змеей в пустыне, то есть уже, которая гадюки там водится, вообще говоря, да, по словам Тертуллиана, уже само по себе несколько ироническое, да. Но фокус состоит в том, что слово «возвысить» «юпсоу» в библейском рассказе о медном змее нет. Это слово «юпсоу», и это в данном случае, это, значит, не мое наблюдение, это до меня уже нашли, оно взято из второй Исаии, где речь идет о возвышении раба Божьего, где сказано о том в Септуагинте, естественно, в греческом переводе, что раб Божий там пострадает и все такое прочее, но Господь возвысит его. При этом имеется, естественно, возвышение в почести. Иоанн переводит метафору буквальный смысл. Иисуса возвысит на крест, как змея в пустыне на шест. В основании этой метафоры, то есть, извиняюсь, этой буквализации, лежит буквальное прочтение ивритского текста. Иоанн в данном случае читает не септуагинту, он читает ивритский текст, в котором речь идет о жертвоприношении, которое в ивритском тексте, то, что в септуагинте «Холокамата» и «Холокост» в «Холокостум» в Вульгате, то в ивритском тексте «Алия», «Оля», «Лаалот» – «Вознести», «Возвысить», «Вознесение». Иисус вознесен, Он возносится. Он возносится, как возносится жертва, потому что Он есть Агнец Божий, о чем говорит тот же самый Иоанн. Агнец Божий, соответственно, Он есть реплика Исаака, который был заменен Агнцем, и которому Аврааму было приказано, чтобы он пошел ла-ло-то-ла, значит, возвысить, вознести вознесением своего любимого единственного сына Исаака, и тот его действительно возносит и кладет на дрова. Но тут в кустах запутался барашек рогами и заменяет барашком, агнцем, человека. В данном случае происходит обратное движение. То есть человеком заменяет агнец. Иисус есть агнец Божий, его возносят вместо агнца, которого приносят в жертву в Иерусалимском храме, и он возносится. То есть, опять-таки, у нас происходит не движение от предмета к метафоре, а движение от метафоры к предмету. Грубо говоря, словами того же самого Иоанна, и слово стало плотью, мясом. И в тот момент, когда слово стало плотью, эта самая плоть умерщвляется. В чем и состоит апофеоз движения от метафоры к предмету. Спасибо за внимание. Я уже переборщил немножко времени, мне извините. Да, я предлагаю теперь обсудить прекрасный доклад. Если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста. Ну, я так всех напугал, что... Нет, есть. Можно мы от лица славянского фольклора в очередной раз поблагодарим Аркадия Александровича за замечательное, так сказать, раскрытие закройки некоторых славянских сюжетов, потому что вот о чем вы говорили в начале вашего доклада, вот эта метафора плоти и крови. То есть, ну, вот теперь мы понимаем, что у евреев с синтетизацией все нормально, на самом деле, было в текстах. Но, естественно, соседи-славяне, которые должны были как-то уесть своих конфессиональных оппонентов, они все, естественно, перевернули с точки с ног на голову. И четко вот все эти сюжеты, что с водой проточной, что с плотью и кровью, в славянском как бы фольклоре или там, не знаю, в народных рассказах, трактуется так, что евреи абсолютно не понимают метафоры символизма, что это способно только, так сказать, славянское сообщество, которое приняло христианство в отличие от евреев. Потому что когда Христос сказал евреям, что будете пить мою кровь и есть мою плоть, евреи в ужасе разбежались, потому что они подумали, что он их призывает к людоедству. А поляки, которые провидели все символично, они все поняли правильно и приняли новую
религию. То же самое с водой. Это вот замечательно, когда Никита Ильич и Светлана Михайловна Толстые рассматривали сюжет баллады «Самарянка», mm-hmm. и там же тоже вот эта вот игра с чистой-нечистой водой, девка твоя вода нечиста, она падала с клёну листа. Значит, ну там получается, что сам вот этот сакральный персонаж не понимает, что вода может быть живая, да? Он отказывается пить воду, в которую нападали, нападали листы. Но при этом, значит, соглашается, по-моему, простить и принять воду от барышни, которая ребеночка в ней отопила. Это ничего, это грех прощай, ваш источник. Нет, с точки зрения это нормально, да. Да, то есть, в общем, вот теперь понятно, что на самом деле не без причины братья славяне критиковали евреев. Не без причины. Нужно было найти путку, которую... Не без причины. Я вам расскажу еще более забавный анекдот. Значит, как бы, во-первых, что значит евреи в ужасе разбегаются? Они там не разбегаются, они просто недоумевают, чем это призывает. Недоумевают они не просто потому, что они не понимают, как это можно есть мясо вот этого человека и пить его кровь, а потому что пить кровь-то нельзя. Нельзя, это запрещено, как бы, это Ноева, так сказать, заповедь, это еще не Израилю, это Ною. В момент, значит, вот запрещения с ним брита, завета с Ноем, запрещено, во-первых, убивать людей, во-вторых, пить кровь, потому что кровь душа живая. А он призывает их пить кровь. Значит, но дальше у нас имеется Гегель, который рассуждает о том, что истинно, значит, свободный человек, он приносит жертву и сам готов стать жертвой. То есть он готов умереть, грубо говоря, за свои идеалы. Значит, и готов убить за свои идеалы. Он приносит жертву и сам готов стать жертвой. И те, кто способны быть жертвой и приносить жертву, причем жертву кровавую, те свободные народы, и это народы, он знал два свободных народа, это эллины и германцы, они свободны. А кто у нас абсолютные рабы? Абсолютные рабы у нас евреи. Потому что им запрещено пить кровь. Они не способны это делать. Они не способны осуществить жертвоприношение, которое есть не что иное, как холокост. Все. Да, пожалуйста. Я хотел уточнить. Вы замечательно рассказали про метафорическое понимание в годических текстах. А вот как быть с Галахой? Потому что мне кажется, что Галаха как раз в большой степени построена на увеществлении метафоры. Да, 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 да. И в этом смысле как раз вот, христианская критика евреев совершенно справедлива оказывается, потому что евреи именно воспринимают слово как такое, как плоть, пусть они слова будут как знак в руке твоей. Лишь покажи, как знак рук твой. И вот этот знак, пожалуйста, коробочка «Тфилин», это так. Оно и есть. Да? На самом деле, нет, я могу привести еще больше. Вот в конце трактата «Шаббат», там, значит, допустим, толкуются слова Соломона, типа того, что «да будет была одежда твои елей на голове твоей», толкуется как то, что ты должен нравственно приготовиться к приходу Машеха, и речи вовсе не идет о том. И тут же приводится галахическое толкование, что «да будут белые одежды твои» – это ацицит, «елей на голове твоей» – это тфилин. Значит, на самом деле, что в христианстве, что в иудаизме, что в секулярной культуре, это движение, на мой взгляд, от предмета к метафоре и от метафоры к предмету идет вот так вот непрерывно. Непрерывно. Что такое, собственно, Холокост? Холокост – это буквализация метафоры. Да, когда жертва в буквальном смысле сжигается, да, в Майданке и Освенциме. Значит, никому не приходило в голову, что можно взять и это буквализировать. Между тем это буквализируется. Более того, это в Аутодафе в значительной степени буквализовалось, но там эта буквализация была такая скрытая. Да? Хотя тот же самый Генрих Гейне ее понимал буквально в Романсьере, он просто цитировал. То есть эти два, значит, движения от, значит, метафоры к предмету, от предмета к метафору, они, на мой взгляд, и составляют в значительной степени содержание истории. Не литературной истории, а реальной истории, политической истории, военной истории, экономической истории.
от метафоры в виде, так сказать, монеты к обесцениванию этой монеты, когда выясняется, что, собственно говоря, вот то, о чем писал Маркс, фетишизация, значит, денег. Вот это вот, ну, вот так вот. Спасибо большое.